канале, и сегодня я решила снять видео о моих блокнотах, коллекции блокнотов, так сказать, и также вам дам заодно идеи, куда можно использовать блокноты, если у вас их так же как много, как у меня. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть это видео. И поехали! Вот такая у меня есть топочка блокнотов. И самая первая, наверное, понятная всем идея, это ведите ежедневник. У меня их было уже достаточно много. Показываю вот вам мои 3. 2 bullet journal я вела. И сейчас я веду обычный блокнот линеечку. Если вы хотите подробнее узнать о том, как начать вести ежедневники, то пишите в комментариях, я сниму видео, ставьте лайк, чтобы я поняла, что вам эта идея понравилась, потому что у меня есть некий опыт, как вести ежедневники, и я могу с вами поделиться советами, потому что достаточно много я их вела, различные блокноты у меня были, поэтому есть что посоветовать. Следующая идея — это ведите читать дневник. Реально, это просто мне очень нужен для меня блокнот. Для тех, кто любит читать, это просто спасение, чтобы как-то структурировать свое прочитанное, как-то понять больше, глубже, лучше и не забыть. То пишите отзывы. Вы у меня сохранилось уже 2 моих читательских дневника. Вот этот я вела в прошлом году, но его не довела. А вот этот вот у меня с начала 7 класса, и до сих пор я его веду, мне очень он нравится. Только единственное, он стал разваливаться уже, но я не могу с ним попрощаться, поэтому надеюсь, что он выдержит и я его смогу довести до конца. Но это реально очень структурирует мысли и помогает не забыть информацию, понять что-то еще. Также можно читать по саморазвитию. Ну что ж, подразумевается под этим словом. Сюда вы можете вносить ваше колесо жизненного баланса, также писать свои цели, планы на год, на жизнь, на лето, списки дел, которые надо обязательно сделать, например, в жизни, или летом, или осенью, или также план по изменению себя. Если вы что-то хотите изменить, то все пишите сюда, и реально это помогает. Также очень хорошая идея — это записывать рецепты в блокноты, чтобы их не потерять. Заведите отдельный блокнот для самых-самых вкусных рецептов и записывайте их туда, как-нибудь украшайте, и тогда вы точно не потеряете свой любимый рецепт, и когда вы захотите что-нибудь приготовить вкусненькое, то блокнот всегда перед вами в полном рецептиков. Поэтому возьмите на заметку. Следующая идея — это если вы ведете какой-то блог на Ютубе, в Инстаграме, а где угодно, заведите отдельную тетрадь для этого, то вы можете писать идеи для постов, для видео. Также можете сценарий писать. Например, я на некоторые видео в этом блокноте пишу сценарии, чтобы они у вас не потерялись и не были где-то, каждый сценарий в разном блокноте, а были в одном блокноте, и вам не пришлось искать тот или иной сценарий, когда вы захотели снять видео. Следующий блокнот такой немножко странный может показаться, но там вы что-то вроде личного дневника. Сначала я его вела как личный дневник, но не совсем. То есть записывать именно такие памятные события, памятные дни. Или также можете писать, вам надо организовать какой-то праздник, пикник вы решили организовать, то пишите в отдельный блокнот. То есть я его использую не для этого, чтобы организовывать что-либо. Если я собираюсь, то пишу все сюда. КВС какой-нибудь, день рождения, Новый год и так далее. Дальше, конечно же, если у вас есть скетчбук, то
то его можно использовать под рисование. То есть, если вы хоть немножко иногда любите порисовать, то заведите отдельный блокнот, чтобы когда у вас появилось вдохновение, вы его взяли и нарисовали, и у вас это сохранилось, и не было в разных блокнотах, и вам не пришлось бы их оттуда вырывать в одну папочку. То есть вот у вас есть отдельная тетрадь, где вы рисуете. Даже если пусть вы не художник, все равно заведите себе такой блокнотик, потому что иногда реально хочется порисовать, а и ты не знаешь, где начинаешь рисовать, на обычном листе, а потом теряется все. Знаешь, такой тематический блокнот по йоге, но я решила вам все равно показать. То есть такие блокноты тоже может у вас быть. Кстати, если вы хотите научиться йоге, то вот этот блокнот очень хороший для вот этой цели. Там все раскладывается по полочкам, как вставать, что делать, и теория, и практика. Поэтому этот блокнот обязательно возьмите на заметку. Это были все идеи, которые я вам хотела рассказать и показать. Я думаю, вы нашли для себя ту самую идею, которая вам пригодится, и вы уже пошли оформлять блокнот под эту идею. Поэтому ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Пишите мне комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Всем пока-пока и до новых встреч!